как пахнет. Так, где же шарик? Эх, как всегда угадала. Что же другое поделать? О! Лучшая постройка башенку. А теперь фокус-покус. Что бы еще придумать? Техника. Папа, иди сюда. Что еще есть? Мам, что это ты тут понастроила? Ничего такого, просто я с вами решила поиграть. Это будет игра «Сюрприз или действие». Сюрпризы? Какие еще сюрпризы? И что мы будем делать? Сюрпризы будут разные, но главный приз – это денежки. Сейчас я их тоже спрячу. Так, глаза закрыли, я пошла прятать. Мама, что делать-то надо? Открывайте глаза, и я расскажу правила. Сегодня я решила с вами поиграть. Под этими стаканчиками спрятаны где-то сюрпризы, где-то задания, а где-то ничего. Вот так ничего себе. Вы по очереди открываете стаканчики. В этом челлендже победит тот, кто соберет большее количество сюрпризов. Такое правило легкое, я готова. Скорее всего, я соберу. Ну окей, Милана первая открывает один стаканчик. Какой же выбрать? Давай, Милан, выбирай, какой ты возьмешь. Тут столько стаканов, какой же ты выберешь? Вот этот. Ну, давай. Ай-яй, пустой стакан. Переворачивай стакан, переход хода. А я выберу вон тот, чую я, что там что-то есть. А ну-ка, вау, есть, реально, ха-ха-ха, Милан. Мне попался киндер-сюрприз. Девчачий. Да не важно. Я, кажется, тоже догадалась, где сюрприз. Это как это ты догадалась? Это что это? Это тролли. Ребята, мне попали тролли. Я хочу розочку и вот этот же цвет. Итак, пока у нас счет 1-1, продолжаем игру. Ну что, теперь моя очередь, Милана. Какой же мне выбрать? Возьму-ка вот это. Так, что тут у нас... Ах ты, блин, пусто! Надеюсь, мне улыбнется удача. Ох ты! Ничего себе! Зажигалка! Так, что же мне выбрать? Давай я попробую найти на диване сюрприз. Ну, допустим, вот это. А, что такое? Мама, куда ты их спрятала? Теперь я. Везде, они могут быть везде. Теперь я. Давай, Милана. Я буду выбирать. Пусто! Стакан? Нет, невкусно. Моя очередь, моя очередь. Давай, папа. Ну, давайте вот это посерединке. Оп! Опа! Есть! Что это? Шопки. Тут лук нарисован, представляете? Зачем мне лук? И у нас, кстати, уже счет 2-2. Милана, теперь твоя очередь. Ну, давай, давай, Милана, давай. Какой возьмешь стакан? Ой! Действие. Итак, Милане повезло. Сыграй. Сыграй с одним из игроков в ладушки с ногами. С одним из игроков? Это я, что ли, буду? Так, ну что, давай. Готовы играть в ладушки? И Эй, а где ладушки? А где хлопки? Вот, ладушки, ладушки. Где были? Да господи, кто эти придумал задание? Окей, засчитано. Так, моя очередь. Надеюсь, мне задание не попадется. Не хочу я в ладушки играть. Так, я выберу на диване. Давайте вот это. О, жук. Господи, мне попался таракан. Повезло тебе, папа. Ой-ой. Ну, короче, тут у него типа лизуна есть. Смотрите, вот такая штука тянется. И он может ползать где угодно. Хоть на потолке. Да, уж вот он пополз прям. Так, мне надо срочно догонять папу. У него уже целых 3. Милана решила открывать только здесь, по этому квадрату, да? Да. Надо делать силы мысли, понимаешь? Интуицию использовать свою. Вот смотри.
Я нашел мне сюрприз. Вот он. Опа! Я ж тебе говорил, надо уметь папа, читать силы мысли. Папа, что за волшебник такой? Лапусики! Вот так, милонусики. Друзья мои, если вы болеете за папу, то счет уже в пользу меня. 4-2. Нечестно. Я тоже буду использовать силу мысли. Эники-беники, ливареньки, эники-беники, бац. Это сила мысли, что ли? Блин! Это не сила мысли! Ты обманул меня! Эники-беники, пустота! У тебя еще силенок маловато. Вот на столе лежит стакан, может быть его взять? Опа! Блин, пустота! Ха, я сказала, хочу, чтобы папа ничего не попалось. Ну давай, yes. 4-2, я пока лидирую. Так, ладно, уже надоело здесь. Давай выбирай, где будешь брать. Вот здесь. О! Ты нашла! Это что, мыльные пузыри? Ну да. О, ух ты, они светятся. Пойдемте посмотрим, как в темноте это будет. Светящаяся вода. Класс. Да. Пойдем играть дальше? Пойдем. Так, ну что, счет 4-3, но пока я все равно лидирую. Давай, папа. Открой вот здесь. Да. Ничего. Давай, Милана. Давай, следующий. Так, давай. Да. Давай, открывай. Пусто! Пусто? Пусто, да. Давай, следующий стаканчик, папа. Ты что будешь брать? Так, я возьму, давай вот этот. Вау! Щенячий патруль, 7 на борт. Вау! Реально, мне попался маршал. У папы сюрпризик. Милана, 5-3, я снова лидирую. Давай, попробуй догони. Пусто! Давай, папа. А я возьму здесь. Рядом. Опа! Папе попалось задание. Громко крикни с балкона: «Привет лунатикам! Привет лунатикам!» Кажется, меня сейчас закидают помидорами. Так, Милан, я свое задание выполнил, хоть и непростое. Давай, теперь твой стакан. Выбирай. Что будешь брать, Милана? Пустота. Пустота, переворачивай. Давай возьму рядышком. Опа. И у папы пустота. Милана. Ах ты, зажигалка. У тебя попался сюрприз, да непростой. Это слайм? Милаша, это не совсем слайм. Тут нужно будет просто все перемешать, и мы увидим его. Но, наверное, покажем только в Инстаграме. Так что, ребята, скорее туда. Так, ну что, теперь мое пришло время выбирать сюрприз. Так, мы вот в этой части мы не выбирали сюрприз. Я надеюсь, что мне что-то попадется. Ну, давай, не томи. Так, что такое? У кого это тут силёнок маловато? У папы. Ну давай, Милана, покажи, сколько у тебя силёнок. Выбери что-нибудь. Вау! Я же сказала. Шуми. Ой. Посмотри на его глазоньки. Ну что, Милана, поздравляю тебя с сюрпризом. Папа, давай, пытай свою удачу. Где же ты будешь брать? Так, надо открыть центр весь. Поэтому я возьму вот этот. Опа. Ах ты, пусто. Пусто. Милана, твоя очередь. Я беру вот этот. Так, и что же там? Да там пусто. Что? Милана победила, деньги выиграла. Круто. Ничего себе, 1000 рублей. Ух ты, Милана, ну-ка я попробую так. Давай-ка возьму вот этот стакан. Ой! Назови 5 имен. Сережа, Марина, Надя, Катя, Петя, Вася, Марина, Саша, Даша... Ладно, все. Кстати, пап, а ты знаешь, что сейчас счет? 5-5. Так, что бы мне взять? Может быть, эту или эту? Вот эту. Милане понравилось брать башни. Так, и что же там? Задание. Задание? Милане нужно будет сделать страшную рожицу и сидеть так до следующего своего хода. Милана, давай, делай страшную рожицу. Вот такую. Давай, делай. Это страшно? Это не страшно, да. Скрись, страшная рожица. Вот, все, и так сиди. Вот так и сиди. Так, а я выбираю задание. Так, Милана, ты сидишь, ай, возьми вот это. Я нашел сюрприз! Милана, задание страшное. Задание страшное. И все, и рожицу как рукой сняло, да?
Вот такой глазастенький папа победил себе слайм. Милана, ты следующая. А мы продолжаем чистить центр, открывая вот. Так. Оп, ничего нету. Давай я сразу, ладно, окей. Вот это. Нету, Милана, давай. Оп, ничего, папа. Опа, есть! Подарочек у папы. У меня есть. Милана, папа. Вот это. Милана. Оп, папа. Давай вот это. Опа! Задание, а вот и задание. Блин, на, мама, читай. Нужно набрать полный рот воды и держать ее целую минуту, а остальные должны тебя смешить. Окей, папа, давай сократим. Не минуту будешь держать, а пока Милана до следующего хода твоего держит. Давай. Я делаю. Папа... Зачем ты меня смешишь, а? Ну так такое задание. Yes! Итак, раз папа проиграл, Милана, у тебя 2 стаканчика. Папа пропускает ход. Раз. Мамба. Отлично. Что еще? 2. Вау! 2000! Я в шоке! Милана, 2 сюрприза за раз. Итак, у Миланы 8 сюрпризов. А у папы пока что только 7. Так, что же мне выбрать, а, интересно? Мой могущественный маг Fortnite Dance поможет мне сейчас. Да ты неправильно делаешь. Да не важно, смотри, он сейчас мне заряд энергии и... Ну-ка. Ах ты, не помогай это, не работает. Теперь Милана. Ах ты! Милана? Хитрым образом получил еще один сюрприз. Покажи. Ногами сбила, так нельзя. Так, новый танец, он мне точно поможет. Жига, 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 зажигалка. Жига, 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 зажигалка. 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 Да что такое? Не работает. Папа, танцы не работают вообще. Ты неправильно делаешь, надо вот так. Милана, выбирай. Вот здесь. Опа. Я же говорю, ты их неправильно делаешь. Я не понял, вы что, сговорились что ли, а? Откуда она все знает, где все деньги лежат? Просто ты неправильно танцуешь. В этом весь секрет. Продолжаем игру. Блин, капец. Да ну, что такое, мне так везло в начале. Ну вот, в начале-то везло. Так, Милана. Пусто. Пусто. А я вот здесь. А, пусто. Пусто. Центр открывай. Ох ты! Ух ты, что там? А у Миланы бальзам для губ. Минимал. Бальзам классно. Для губ. Это мне нравится. Так, мне пора бы выбрать что-нибудь на диване. Ну-ка, Милана, давай вот здесь. Опа! О, тик-так. Ну, в смысле, тик-ток или тик-тук. Ну, неважно, тик-так. Я чищаю центр, и мне везет. Ничего себе, у Миланы вторая игрушечка. Смотрите, он паучок, а там был зайчик. Ну все, я точно проиграл. Так, а ну-ка давайте посчитаем, что там у нас. 8. В общем, я посчитал, у Миланы 12, а у меня 8. Как мне ее догнать, друзья? Наверное, надо не танцевать. 3. Так, беру... А можно 2? Нет, 1. Ладно, вот тут. Пусто! Опа, пустовато. И здесь? О, есть, наконец-то! Папа призок нашел. Пусто! Пустота! А папа. Я беру вот здесь. Опаньки, пусто. Пусто. Милана. Я здесь теперь. Пусто, да что такое? Здесь. Опа, пусто, папа. Давай тут. Пусто. Пусто. Ах ты! А Милана решила башенку сломать. Пусто? Пусто. А вот тут и тут пусто. Да что такое? Кажется, вы собрали все сюрпризы. Что-то ничего нету. Ну что, вы открыли практически все, что у вас было? Да. Осталась одна пирамидка, которая не открытая. И вам нужно ее открыть. Милана, твоя очередь. Ой, ой,
А задание у Миланы такое. Нам нужно будет ее запеленать как малыша. Ну что, Миланочка, зайка моя, агу-агу. Маленькая. Вот так. Маленькая девочка, запеленали ее. Агу-гу. А сосочку тебе дать? Ну вот, какая из меня лялечка. А теперь пойдемте подводить итоги. 11, 12, 13. У меня 13 сюрпризов. Сколько у Миланы? 12, 13, 14, 15. 15? Капец, у Миланы 15. Более того, у нее все деньги, а это главный приз. Классно повеселились, у меня теперь столько подарков, Микки Маус. Да, было прикольно. Ребят, кстати, ставьте лайки, если вам понравился этот челлендж. А что под этими стаканчиками, есть что-нибудь? Нет уж, под этими ничего. Так, ну ладно. Ну, открывать мы сейчас это будем в наших сторисах. В Инстаграме. Обязательно подписывайтесь на мой Инстаграм и на наши. Чтобы первый открыть. Всем пока-пока. Ну, мне стаканчики еще надо собрать. Ребят, может, вы мне поможете стаканчиками? Не-не-не, мне еще надо подарки открыть. И тем более, это ты заварила кашу. Ты уж как-нибудь сама, мама.